Всем привет! Ситуация, которую должен знать каждый водитель. Обычно происходит зимой. Вот у нас было так, что в этом году зима немножко дала нам прикурить. И было минус 20, даже больше ночью. И вот такая проблема. Казалось бы, к чему мороз и все остальное. У меня сработал индикатор. Пока что будем ехать, пока буду рассказывать. И все бегут, как в Леонтьево песенка была. Все бегут. Светофор зеленый. Значит, какая была ситуация? Сработал индикатор масла и начал со временем пикать все больше и больше. Я поначалу думал, что немножко перелил, значит, масло. Так я думал. И для того индикатор масла сработал, что что-то не так. Оказывается, все было совсем по-другому. Поехал я к мастерам. Они посмотрели, говорят: ты когда масло менял? Я говорю: я знаю, полгода назад. Ну и один такой мудрый говорит: ничего там не надо делать, надо просто ездить, и машина старая, и это масло все пойдет через неделю, не надо сливать его. Второй старший мужик говорит: нет, масло нужно слить и залить новое. Так как он понял, что был большой мороз, и при больших морозах бывает такое, что замерзает поршня. Если поршня замерзают, тогда, вот, я даже не знал этого, есть такой секрет. Если машина работает на бензине, тогда и на газе, тогда лучше нагреть машину на бензине, а потом переключить на газ и только тогда ехать. Почему? Потому что если замерзшая поршня, бензин, когда машина едет, попадает в масло. И вместо масла получается какая-то смесь масла и бензина вместе. Газ туда не попадет никак. Вот плюс газа есть такой. И когда мне сменили масло, я сказал менять, потому что выхода нет, это уже не масло. Я как увидел то масло, которое стекало, это просто было не масло, это какая-то смесь такая, как вода была. И хорошо, что я поехал туда, обратил внимание на индикатор, на сигнализацию, которая показывает, горит лампочка. И срабатывает звуковой индикатор, что с маслом что-то не так. Нужно обращать внимание на такие нюансы, потому что некоторые ездят, оно пищит там, что что-то не так. Я даже не знал, что этот индикатор масла работает, потому что машина старая, почти 30 лет. Но, оказывается, все работает. Сменил масло я, и машина поехала так, как надо. Это раз. А второе, что перестало пищать, все начало работать хорошо. Если бы я не сменил масло и так ездил, то нужно было бы искать другой двигатель. И еще такой нюанс. Когда вы ездите на бензине, нагреть машину, не ехать, потом переключить на газ и ехать. Но бачок, у которого находится жидкость охлаждения, лучше всего заливать оригинальную жидкость, которая предназначена для охлаждения. Почему? Потому что она
во-первых, не замерзает, во-вторых, она греется быстрее и попадает в редуктор газовый, и тогда машина будет ехать, то значит не будет глохнуть. Так что нужно обращать внимание на все индикаторы и делать какие-то выводы. И сейчас у меня работает машина супер, ничего не пищит. Вот и все. Так что желаю всем широкой дороги, как говорится, в Польше. И пусть у вас не ломаются ваши железные кони. Обращайте внимание на все. Нюхайте масло, смотрите, что вылетает из трубы. Если запах какой-то, если есть запах, то, конечно, понятно, что там уже что-то. Ну и вовремя, конечно, менять масло нужно, само собой, даже без того, что там попадет что-то. Например, когда примерзнут поршня, то тогда есть проблема такая, что масло может попасть в бензин. Прогреть на бензине и переключить на газ, ехать на газе, и быстрее всего, что не будет у вас такой проблемы. Вот и все, что было, как говорится, дает кикабица. Вот и все, что было. Вот и все, что было. Сам как хочешь это назови. Кого-то просто нелетная погода. Вот и все. Я приехал на место, где я должен что-то сделать. Свои проблемы каждый решает. Берегите себя и берегите свои машины. Всем пока. Конечно, в новых машинах все как-то по-другому сделано. Новые технологии. И там, если, например, примерзли поршня, то машину просто не заведешь. Выключается, значит, насос, выключается топливо, и не поступает в двигатель топливо, и машина не заводится, пока она не нагреется. Вот и все.